8, 9, 10. Так. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Не 19. 20. Полили из двух стволов. По 10 патронов в обойме. Очень долго, Казимир Янович. Продолжайте. И вам не спится, господин судебный следователь. С утра почитали бы протокол. Ну уж нет. Антон Филарьевич, уж лучше сам проконтролирую. А то господин товарищ прокурора лично телефонировали и интересовались. Поаккуратнее, там трупы. Вот сюда. Видал, что? Или под лавочкой осиживался? Ну, струхнул поначалу, когда стрелять начали. Ну, жить-то охота. Потом глянул в окно. Там лиходеи эти трое в степь ускакали. Со спины только видел, да и темно уже было. Со спины, значит? Стало быть, лица не разглядел? Может, особенности какие? Барышня с ними была, кажись. Барышня, значит. Ну, а убитые кто такие? Ну, по всему, видать, иностранцы. По-русски изъяснялись ловко, но с акцентом. Всю дорогу в купе сидели. А ежели хотели ноги размять, то завсегда с собой брали свой саквояж. Саквояж-то как раз и пропал. Ладно, ступай покамест. Ага, слушаюсь. Я все закончил. Особенность одна имеется. У обоих трупов сильно расширены зрачки и следы пены возле рта. Причины мне пока неведомы. Тела можно забирать. Антон Филарьевич. Антон Филарьевич! Прямо сейчас заберите. Не хватало еще нам толпы зевак поутру. Заберем. Заберем. Убитые отец и сын Делавинь. Французы. Представители ювелирного дома «Бушерон» следовали из Москвы в Ставрополь. Казаки, посланные в погоню, догнать злодеев не сумели, к сожалению. Так точно приложим все усилия. Полицмейстер говорит, губернатор лично будет следить за ходом расследования. Такие вот дела, Цезарь Аполлинарьевич.
И как жил, податься мимо красивец. Как можно, Клим Пантелеич? Вот в полсилы боролся. Все честь по чести. Ох, что это твоя. Ваша взяла. Крестьянская хитрость. За очередной урок спасибо тебе, любезный. Спасибо. Клим Пантелеич, тут к вам господин. Видеть вас желает. Воскресенье вроде. Не время для деловых визитов. Ой, я ему так же говорю. Пойду я, Клим Пантелеич. Да, ступай, спасибо за урок. Так господин шибко извиняется, говорит, дело дюже срочное. Я ему говорю, вы, мол, заняты, приходите позднее, а он ни в какую. Проводи его наверх, в мой кабинет, скажи, я скоро буду. А чай? Ну как же не по завтракам же? Ступай уже и проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Вот что за люди, а никакого отдыха через них. Ни совести, ни воспитанности. Ой, прошу простите, Антон Филаридович. Будьте здоровы, Ефим Андреевич. Ай, благодарю. Так вот, дело это теперь первейшей важности. А как так-то? В жандармерии положено такие дела вести. Жизнь, дорога, ты их очень. Не нам с вами решать, Антон Филаретович. Это решение сверху. И от меня, как от начальника сыскного отделения, требует скорейших результатов. Репортеры набегут. Шум будет. Вот работа теперь надо с особым рвением, чтоб в лужу не сесть. Но мне ли вас учить, голубчик? Прошу вас. Благодарю. А как же дверь? Может быть, ее прикрыть надо бы на... Это, так сказать, дело у меня весьма деликатное, не для чужих ушей. Нет ни малейших причин для беспокойства, Соломон Моисеевич. Да. Уверяю вас, мы здесь совершенно одни. Вы уж простите, господин Ардашев, что вот так в выходной и без предупреждения. Ничего страшного. Адвокат, как и доктор, в любое время может быть востребован. Благодарю сердечно, Клим Пантелеич. Итак, Соломон Моисеевич, я весь внимание. Да, да. Видите ли, сегодня рано утром у меня была чрезвычайно важная сделка с ювелирным домом Бушерон. Я приобрел у них крупную партию драгоценных камней. Там бриллианты, рубины, еще там одну вещицу в подарок супруге. Надо полагать, сумма сделки немалая. Весьма и весьма мне пришлось заложить все мое имущество, аптеки, предприятия, даже дом. Так вот, сегодня рано утром ко мне явился в контору господин приятной внешности и отрекомендовался как представитель фирмы «Бушерон». Сказал, что прибыл ночным поездом. А через пару часов буквально я узнал, что представители фирмы «Бушерон» были убиты в поезде во время ограбления. Кто ж тогда ко мне приходил? Кто? Вот официальное письмо от фирмы «Бушерон» и прескурант для гастронации на всю сумму огромной сделки. А это ваше письмо, ранее отправленное в Париж, в качестве, так сказать, пароля, дабы развеять возможные сомнения. А в телеграмме было сказано, что вас должно быть двое. Мой компаньон неожиданно заболел и не смог прибыть вместе со мной. О, но если вы сомневаетесь, мы можем отложить сделку. Нет, нет, все в порядке. Пересчитывать будете? Нет необходимости. У вас безупречная репутация. А вы уверены, что ваш посетитель был именно француз? Обычно иностранцы путают слова,
делают ошибки во фразах, даже если хорошо владеют языком. Ну, говорил он с акцентом, но без всяких затруднений. А, нет, что вы. Совершенно не ем сладкого. Берегу зубы. Все бумаги в порядке. Камни согласно описи. И даже брошка имеется в виде бабочки, которую я заказал для Кларочки. Я тотчас поспешил обратно домой, чтобы скорее порадовать супругу подарком. Так хотелось увидеть радость в ее глазах. Так хотелось. Она была так рада. Жена была так рада. Какая изящная вещица. А как она тебе к лицу, Кларочка? Специально для тебя заказана. Ты меня балуешь, Соломон. Эдакую красоту баловать только в удовольствие. Не надо. Не обижайся, Соломон, мне не здоровится. Но за подарок спасибо. Не страшно. Я в растерянности. Если камни теперь у меня, то ведь меня могут принять за человека, который имеет отношение к ограблению. И драгоценности вы продать никому не сможете, поскольку они значатся похищенными, да еще при таких трагичных обстоятельствах. Это полный крах. Я в отчаянии. В отчаянии. Позвольте полюбопытствовать, что послужило причиной перевести весь ваш капитал в драгоценные камни? Видите ли, я намерился круто изменить свою жизнь. Мы с моей супругой решили переехать во Францию. Не совсем. Ну, а причины этому, как бы это выразиться, весьма мелодраматическая. Смелее, смелее. Клара изменила мне. Это была ошибка. Она слезно раскаялась. И мы решили начать новую жизнь. Переехать, заняться домашними хлопотами и забыть все, что было. Ну что ж, вполне разумно. Вот-вот, Клим Пантелеич, я хочу большую семью, детей. Кларочка все как-то откладывала. Я все понимаю, Соломон Моисеевич, и не понимаю только одно. Чем я вам могу помочь? Я хочу заключить с вами конфиденциальное соглашение. Без всяких там формальностей, бумаг. Но это соглашение должно иметь силу даже в случае моей смерти. Звучит весьма драматично. И все же, пожалуйста, будьте милосердны и найдите возможность помочь Кларочке и защитить мое доброе имя и честь супруги. Вы же понимаете, что вам надлежит сделать заявление в полицию? Только в таком случае у вас будет надежда вернуть свою собственность. А я всего лишь адвокат. Я не занимаюсь сыском. Мне прежде нужно все обдумать. Привести мысли, так сказать, в порядок. Я боюсь, что полиция только усугубит мое положение. Я понимаю, есть соблазн покинуть город, имея на руках драгоценности на крупную сумму. Вот только продать их будет нельзя. Ну, я же приобрел их абсолютно на законных основаниях. Да, но в сложившихся обстоятельствах камни считаются краденными. Ну, до тех пор, пока преступник не будет установлен. Вот ваш гонорар. Я надеюсь, что все сказанное здесь останется между нами. Все-таки, Клим Пантелеич, я могу на вас рассчитывать. Дайте мне время, чтобы все обдумать. А брошь, которую вы подарили супруге, лучше спрятать пока подальше. Пуль на двоих.
Предположительно, стреляли из германских маузеров. Какой смысл тратить столько патронов? Поднимать такой шум? Такие они дерзкие, такие наглые. Словно вызов нам бросили. Пассажиры и проводники показали, что убитые с акваяжем не расставались. В купе его не оказалось. Что внутри, пока неизвестно. Ну, понятно, либо деньги, либо драгоценности. И откуда у бандитов такое современное оружие? Полагаю, это дело рук банды Рванова. Мои осведомители недавно приметили его в нашем округе. Помню такого. Он еще лет 5 назад со своей шайкой экипаж грабил. Так и есть, Ефим Андреевич. Так его же тогда на каторгу отправили. Так год уж как сбежал. Видимо, вернулся в родные края и принялся за старое. На нем уже он. 4 вооруженных нападения. Почему же мы его до сих пор не изловили? Антон Филаретович, а? Ну, степь-то большая. Рваный свидетелей безжалостно убивает. Зачем явился? Уговор был держаться по раздельности. После нашей пальбы в поезде нас, почитай, вся бударская полиция ищет. Успокойся, Рваный. Я умею быть незаметным. Никто меня не видел. Ну да, ну да. У вас анархистов это такая конспирация. Слыхал, слыхал. На каторге много таких конспираторов. Дело есть. Карета казенная, полная денег. Охрана малая, фельдъегеря. Мой человек сообщил. Если решишься, через пару дней еще богаче станешь. Денег пока хватает. Отсидеться его надо. Затаиться. Затаиться? А что ж ты по борделям шастаешь? И барышень своих курсисток получай, понял? Студент. Ну так что? Решай. Не то без тебя справлюсь. В результате ограбления были убиты французы, представители торгового дома Бушерон, отец и сын Делавинь. Соломон. Убитые господа имеют какое-то отношение к твоим делам? Нет, нет, пустой, не обращай внимания. Не отмахивайся от меня, я жена тебе все же. Клара, ту брошь, что я тебе подарил, ее необходимо подальше спрятать. С ней нельзя показываться на людях. В чем дело? Объясни толком. Не теперь, я после все объясню. Просто верни мне брошь. Хорошо. Изволь. Она у меня в шкатулке. Кларочка, Клара... Образовалась небольшая финансовая заминка, я все улажу. Знаешь, Соломон, меня очень огорчает твоя скрытность. Я думаю, что мы доверяем друг другу. Но у меня нет от тебя тайн. Но это случайное недоразумение. Я все улажу. А давай сегодня в театр сходим. Развлечемся, шампанского выпьем. Соня бросается в объятия гусара. Он осыпает ее лицо поцелуями, не в силах остановиться. Что ж, сударь, ход мне ваш понятен. Приснись ты мне, ангел мой, говорит он ей. О, ревуар, моя сойка сладкоголосая. Вам нравится? Нет, не нравится, не люблю бульварный роман. Но читаешь ты очень хорошо. И голос твой очень приятный у меня, умиротворяет. А что такое оревуар? Оревуар — это до свидания. По-французски. Я решила по-французски выучиться. Это еще зачем? Чтобы стать настоящей барышней. Я могу и в шахматы попробовать. Чтобы вам не через письма играть, а то уж так долго ждать приходится. Потому что надо, Варвара. Определенно надо замуж. Оревуар. Thank you.
Кому именно направлялись французы, пока неизвестно. Ждем ответа информации. Но свидетели видели на вокзале священника с большим чемоданом. И на груди у него был не наперстный крест, а по ноге. Так получается, что это был не простой священник, а самый, что ни на есть, архиерей. И на вокзале его никто не встречал, что странно. Ну, а... Не по уставу. Священник, говорите, это интересно. Проводники также показали, что днем они видели французов в компании какого-то священнослужителя. А потом они все вместе пили чай в купе. Будьте здоровы. Простите, господа. Продолжайте, Антон Филаретович. Проводник вагона второго класса, где и был сорван тормоз, заметил в коридоре даму в белом платье и с вуалет. Надеюсь, подробное описание внешности этой дамы удалось получить? Никак нет, господин судебный следователь. Среди пассажиров, сошедших в Ставрополе, подобный не был обнаружен. Правда, соседи по вагону видели эту дамочку, но толком никто ее описать не смог. Просто хорошенькая барышня 25-27 лет. Русая и с большими глазами. Такую литературу и в Сибирь сослать могут. А я Сибирь не боюсь. Уже была там. Набоялась за 2 года-то. 2 года не 10 лет. Если бы я не бежал тогда, я бы, наверное, с ума сошел там. А я ничего не боюсь. Ни Сибири, ни Бога, ни черта. Лишь бы ты был рядом. Кому я тебя не отдам? Это дело рук Рванова. Все об этом говорят. И барышня в его банде имеется. Мне нужно знать, где Рваный сохранится. Я, ей-богу, не знаю. Так узнай. Не то я тебя сам знаешь, куда упеку. Он же лютый, он меня порежет. Ты моей лютости бойся. Куда Рваный захаживает? В какой бордель? Я не знаю. Он постоянно меняет места. Может быть, засады боится. Может, дамочка, что в банде у него тоже из борделя какого? Нет, она образованная. Она не из этих. И даже имени ее никто не знает. Может, вообще врут про нее? Разузнай, где найти Рванова. Сегодня же. И не вздумай от меня скрыться. Из-под земли достану. Пошел. Назад, нечего пяльцев по кустом, не в цирке чай. Куда? Назад, назад, назад. Уйди, что ли, в сторону. Так, назад. И вас, уважаемый, прошу тоже не приближаться, понимаете? Не положено, не положено. Куда? Господин присяжный, поверенный. Что, тоже пришли полюбопытствовать? Убитый был моим клиентом. Ну, теперь, как видите, одним клиентом у вас меньше. Гонорар-то успели получить? Нашел. Нашел. А вот и орудие убийства. Позвольте. Солидный господин, такой приличный. Он вон на ту лавочку сел и рядышком саквояжик свой поставил. Он на лавочке сидел один? Один. Я к нему подошла сладости предложить. А он говорит, у меня есть уже сладости, ландрин. Ландрин? Монтансье. Ну да. А я дальше по бульвару-то пошла, оглянулась, а там его человек какой-то со спины за шею душит. Я как заору. А этот убивец-то взял саквояж его и бегом через кусты убежал. Ты разглядеть его успела? Ага. В черном весь страшный такой. На лицо. Нет, не разглядела. Уж ошибка, мне страшно было. Вот что, ступай к полицейским. Видишь, вон, возле лавки копошатся. И все им в подробностях расскажи. Да как-то мне боязно. Кого, полицейских? Покойника боюсь. Так
ты не подходи близко и не смотри в ту сторону. Тебе нужен вон тот важный господин. Зовут Поленичка Ефим Андреевич. Запомнила? Ефим Андреевич. Ну, ступай. Давай, давай, ступай. Надо помочь злодею отыскать. Ступай. Высочайшего имени его императорского величества. Покой, Господи, душу рабы твоей. Трогай. Кому понадобилось убивать Жиха? Почти в центре города, среди бела дня. Может, конкурент Жиха Петков или Рваный? Рваный. Так изловите его, наконец, и допросите. Изловим непременно. Не соизвольте беспокоиться, господин судебный следователь. Петков, уважаемый коммерсант, зачем ему убивать Жиха? Петков намеревался купить аптеки Соломона Жиха, но тот решительно отказался. И, кстати, с Дорштом у них тоже были сложные отношения, они даже не здоровались. Послушайте, а может быть, орудовал кто-то и вовсе не местный? Цезарь Аполлинарович, вы что, считаете, это обычное ограбление? Ой. Клим Пантелеич, тут к вам господин, говорит, от нотариуса, срочное письмо имеет. Зови. Почтеннейше прошу вашу подпись. Вот здесь. Благодарствую. Милостивый государь, обстоятельства особого порядка вынуждают меня обратиться к вам с просьбой о помощи. Если вы читаете это письмо, значит, меня уже нет в живых. Вы помните, конечно, я рассказывал вам о господине, который выдавал себя за представителя фирмы «Бушерон». Случай снова столкнул меня с мнимым французом. Не могу назвать его имени, потому как он пригрозил, что его сообщники убьют Кларочку самым жестоким образом, если я раскрою его. Я потребовал вернуть мне деньги, а я отдам им камни. Таким образом, я буду чист перед законом. Вы... Уважаемый Клим Пантелеич, обещали мне в случае моей смерти не оставить Кларочку одну и обезопасить ее от каких-либо возможных угроз. С совершеннейшим почтением, ушедший от вас навеки Соломон Моисеевич Жих. По скриптум. До встречи осталось всего 2 часа, и я на всякий случай решил написать это письмо, оставив его у нотариуса с надлежащим указанием. Ефим Андреевич, у нас определенно есть подозреваемый. Кто таков?
У Клары же был любовник. Один местный доброжелатель поведал. Она изменяла своему супругу с поручиком Драгунского полка Васильчиковым Брониславом Арнольдовичем. Ну и что с того? У него есть мотив. Его финансовое положение весьма плачевно, а тут богатая вдова. Его нужно непременно арестовать. Антон Филаретович, звучит не слишком убедительно. Ефим Андреевич, уверяю вас, его нужно срочно допросить. Добрый день, господа. Я адвокат господина Жиха и имею законное право быть в курсе расследования этого убийства. Ваше стремление, господин присяжный поверенный, весьма похвально. Но оставьте это дело полиции. А о ходе следствия вас непременно оповестят. В таком случае могу я забрать вещи убитого? Вдове передадут все вещи ее покойного супруга, как только опишут их для дела. Клим Пантелеевич, простите за нашу резкость, но сами понимаете, события развиваются слишком стремительно. И все же... Голубчик, я вас умоляю, дайте нам немного времени. И в конце концов, не мешайте нам исполнять свои обязанности. Надеюсь, господин Каширин, что ваше служебное рвение не будет растрачено впустую. Не будет. И в свою очередь, Клим Пантелеич, мы очень надеемся, что вы поделитесь с нами всем, что будет вам известно касательно этого дела. Не нравится он мне, этот Ардашев. Отчего же? Заносчиво больно. Он всего год тут, а несет себя, как заправская знаменитость. И смотрит на нас так сверху вниз, да еще и с усмешкой. Так есть от чего выноситься-то? С чего же это? Так ни одного дела в суде не проиграл. И в прошлом, видать, заслуги имеет. Государя Николая Александровича перстень именной получил. И Владимира. Четвертой степени. Ты какие такие заслуги-то? В МИДе штаны, что ли, протирал? Бумажки со стола на стол перекладывал. А вот сие, уважаемый Антон Филаретович, есть важная государственная тайна. Будьте здоровы. Спасибо. Откройте немедленно, полиция! Кого там принесла нелегкая? А ну, пошли к черту, я сегодня никого не принимаю. Давай. Черт. Какого черта? Бросьте шашку, поручик. Я требую присутствия полкового начальства. В противном случае защищайтесь. Теперь я для вас начальство. Опускайтесь! Нет, стойте. Вышли отсюда. Да, дайте даме одеться. Там к вам барыня молодая, вдова Соломона Жиха. Он еще к нам приходил, царство ему небесное. Я сам к ней собирался. Жалко ее, конечно. А люди говорят, что она мужа-то изменила. А почему ты мне об этом говоришь? Ну так, чтобы вы знали. Знаешь, мне вовсе не обязательно знать содержание всех уличных сплетен. Все время забываю закрыть за собой дверь.
Дурацкая привычка. Я открою окно. Не возражаете? Нет, что вы, нисколечко. Простите меня великодушно, Клим Пантелеевич, за внезапный визит. Просто мне необходимо было с кем-то поговорить. Вам незачем извиняться, Клара Сергеевна. Я же ваш адвокат. К тому же, единственный в этом городе человек чести, на которого действительно можно положиться. Так говорил мне Соломон. Хотите чаю или, может быть, коньяку? Да, благодарю. Коньяк был бы очень кстати. Я небольшой мастер вести светские беседы. Поэтому давайте перейдем сразу к делу. Как вам будет угодно. Расскажите, как прошел ваш с Соломоном Моисеевичем день накануне его смерти. Прошу вас. С утра он отправился к вам. Целый день он занимался своими делами, вернулся около 5 и был очень взволнован. Правда, в последнее время с ним это часто происходило. Вечером мы отправились в театр, а в театре он неожиданно пропал. То есть как пропал? В антракте. Сказал, что ему нужно срочно куда-то отлучиться, и пропал, представляете? Бросил меня одну в фойе. И как долго он отсутствовал? Прозвенел третий звонок, я пошла в зал, Соломона там не оказалось. Спектакль начался, а он подошел только через несколько минут. А когда он пришел, он был чем-то обеспокоен? Вы знаете, он был весь такой возбужденный, взмокший. Мне кажется, он был чем-то напуган. Может быть, он встретил кого-то в театре? Ну, кого-то из старых знакомых, просто обратил на кого-то внимание. Да. В театре был финансовый консультант Дорст Вениамин Яковлевич. Но с Соломоном они уже никаких дел не имели. И отношения между ними весьма натянутые. А в чем причина? Какие-то деловые разногласия, я не знаю. Наверняка был еще кто-то из знакомых, вспомните. Петков Яков Акимович. Владелец сети аптек. Он было дело хотел купить аптеки Соломона, расширить свое предприятие. Но все безуспешно. А они с Соломоном общались? Я не видела. То есть вы не можете сказать точно, с кем он разговаривал? Ну, к сожалению, не могу. Да. А куда вы направились после спектакля? Мы поехали домой. Соломон опять оставил меня одну, сославшись на срочное дело. Какие-то бумаги забыл в конторе. Так он объяснил. Но вернулся он поздно, и я уже спала к этому времени. А на следующий день что было? Он занимался своими делами. Вот, собственно, и все. Дальше вам все известно. Я не знаю, что мне теперь делать, Клим Пантелеевич. Прежде всего, отдохнуть. Я понимаю, совет не оригинальный, но все-таки так будет лучше. Спасибо вам, Клим Пантелеевич. Вы действительно человек, на которого можно положиться. Я выйду вместе с вами, найду вам извозчика. Простите. Ой, простите, неловко получилось. А я вам тут чай приготовила. Не нужно, Варвара, мы уже уходим. А вы когда вернетесь, Клим Пантелеевич? Еще одно дело и уедем. Уедем? Куда? Куда глаза глядят?
Только ты и я вместе. Как это уедем? И предадим наших товарищей? Сереженька, послушай. Мы достаточно сделали, достаточно страдали. Мы имеем право на счастье. И станем жалкими, скучными обывателями? Никогда! Слышишь? Никогда! Иван Генрихович. Доброе утро. Моя фамилия Ардашев Клим Пантелеевич. И вам доброго здоровья. Чем могу? Я адвокат хозяина вашего покойного, Славана Моисеевича. Большой души человек был. Я у него всю жизнь прослужил. И вот на тебя. В голове не укладывается. Расскажите, чем был занят Соломон Моисеевич в последние дни? Так все как обычно. Приходил в контору, рано утром, как водится, справлялся о текущих делах. Разве что озабочен был в последнее время. А подробнее? В пятницу, во втором часу, мы отправились в банк. Соломон Моисеевич получил ссуду. Сумма немалая. Он ведь все предприятия свои заложил. Куда же он делал столько наличности? Не по карману же. Так в саквояж. Пересчитал и аккуратно все туда и сложил. А вы знали, зачем ему такая крупная сумма? Сказывал, что собирается в другой город переезжать. Я тогда сильно расстроился. Ведь, почитай, всю жизнь под ним трудился. Могу я смотреть контору и банковские документы, если не возражаете? Ну, разумеется. Что же это? На улице, прошу. Чёртово похмелье. Гулял вчера, небось? Да вчера у меня сын родился. Пили всю ночь. Дурья моя башка. А ты смотри, мне тут не раскисай. Денег вон сколько сегодня. Не боись. Ах, мне бы от этих денег хоть малую часть. Дом бы справил. Мы тут жизнями рискуем, а жалование грошовое. Там барышня какая-то машет, вроде нам. Так давай ее сюда. Вместе веселее будет. Так не положено, инструкция не велит попутчика брать. Стой! Кому говорю, душа твоя буквоедская. Может, барышне помощь нужна? Стойте! Стойте, подождите, умоляю. Ой, слава богу. Я не знаю, что бы я без вас делала. Случилось-то чего, родимая? Видите ли, мне вышла размолвка с одним господином, и не было более возможности оставаться с ним в одной карете. Пришлось выйти. Ну, раз так, милости просим, барышня. Ой, благодарю. Извините, барышня, неловкость вышла. У меня малой только народился. Сдурела кошка дикая. А если б меня попала? Полина никогда не промахивается. Забираем деньги, уходим.
Опа. А интересно, почему же ты, убивец, деньги не прихватил? Торопился, видать. Его торговка спугнула. Гляньте-ка, а покойный-то наш, видать, сладкоежкой был. Антон Филаретович. Цезарь Аполлинарич, вы что, и леденцы поштучно будете описывать? Разумеется, Антон Филаретович. Все в опись. Все в опись. Интересно, что у Жиха в саквояже было? В саквояже? Да, кстати, саквояж. У французов, что были убиты в поезде, тоже был саквояж. Антон Филаретович, а вы всех опросили? С кем общался Жих за последние дни? Может, поссорился с кем или дорога кому перешел? Трудимся как можем, Цезарь Аполлинарович. И надо Васильчикова допросить. Пойди, проспался уже. Я распоряжусь. Господин Васильчиков, подъем. Пора на допрос. А где мой бокал шампанского? А? Перед допросом положено бокал шампанского для настроения. Да, служивый? Не положен. Не положено. Скучный ты человечишка. Вот нету в тебе сострадания к ближнему. Душонка твоя казематная. Спешай давай, ваше благородие. Чего пустой-то разводить? Он вернулся из конторы, в руках у него ничего не было. Зашел к себе в комнату, вышел уже переодетый, и мы отправились в театр. Ничего особенного. Клара Сергеевна, дело в том, что Соломон Моисеевич накануне своей смерти заложил все свое имущество, включая этот дом. Зачем? Он взял крупную суду в банке, видимо, готовился к вашему отъезду, и решил перевести всю наличность в драгоценные камни. А как же его предприятие, имущество? Банку перейдет все заложенное имущество, если суда не будет погашен в срок. Вот как? Я ничего об этом не знала. Вы единственная наследница покойного, но также наследуете его долги. Я очень жаль, но таковы наши законы. Значит, фактически я нищая? А где же драгоценности, которые он купил? Пока не найдены, но я, как ваш адвокат, приложу все усилия. Благодарю вас, Клим Пантелеевич. Только на вас моя надежда. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве поручика Васильчикова. Простите за прямоту. Он был вашим любовником? О, Боже. Потрудитесь-ка объяснить, господа, причину моего ареста. Зачем вы убили Жиха? Кого убил? Что за чушь? Жиха Соломона Моисеевича. Мужа вашей полюбовницы, Клары Сергеевны. Помилуйте, господа. Что за нелепицу вы здесь несете? Вам не знаком Соломон Моисеевич? Известный во всем городе коммерсант? Это же тот старый жид, у которого очаровательнейшая женушка. Судя по вашему тону, жид был вам крайне несимпатичен. И что с того? Вы мне тоже крайне несимпатичны. Но вам же ничего не стоило убить бедного рогоносца. Помилуйте, господа, на какой черт мне сдался ваш жих? Мне решительно не было до него никакого дела. Ну, например, чтобы жениться на богатой вдове. Жениться? Мне? Вы что, шутить изволите? Мы здесь что, водевиль играем, господа? Где вы были в день смерти Жиха? Я находился у себя дома. Где же еще? Приобрел ящик шампанского, и мы с моими друзьями кутили до самого рассвета. Вам это каждый подтвердит. Советую вам хорошенечко подумать и рассказать нам всю правду. В камере как раз располагающая для этого обстановка. Правда, там не очень весело. И для вас будет непривычно. Знаете что? Ваша компания тоже не очень-то веселая. И вообще, вы отдаете себе отчет, с кем вы говорите? С боевым офицером? Камеру.
это была всего лишь минутная слабость. Я была совершеннейшей дурой. Я даже не знаю, как это могло случиться. Всего лишь один эпизод. Господи, прошло полгода, люди до сих пор судачат об этом. Я призналась Соломону. Я покаялась в свои ошибки. Я попросила прощения. Он меня простил. Господи, как я могла? Успокойтесь, мы все совершаем ошибки. Потерять мне очень страшно, я совсем одна. Васильчиков мог убить вашего мужа? Нет. Нет, это исключено. Почему исключено? Когда Соломон узнал о нас, он намеревался разорить Бронислава. Хотел скупить его векселя. Но я на коленях умоляла Соломона не поступать так, потому что это моя вина, только моя. Так может быть, Васильчиков знал об этих намерениях вашего покойного супруга? Бронислав не убивал Соломона. Он не такой. Клара Сергеевна, не переживайте, вы под моей опекой. Я буду регулярно навещать вас, чтобы держать в курсе дела. Благодарю вас. Когда здесь тоже не обошлось без барышни. Как и в случае налета на поезд. Надо бы справиться у проводников, не видал ли кто такие бусы на той даме, что сорвала стоп-кран. Ну, здравствуй. Золотой ты наш. Ну вот, ваше благородие. Располагайтесь. Распорядитесь вызвать почтмейстера для опознания. Слушаюсь. На казенную карету, перевозившую крупную сумму денег, совершен вооруженный налет. Трое убитых. И сам вижу. Ваше высокоблагородие, господин почтмейстер скоро будут. И еще срочная депеша из Москвы для господина начальника сыскного отделения Пленичка. Разрешите передать? Из Парижа в Москву телеграмма пришла. Убитые французы следовали в Ставрополь с целью доставить заказ драгоценности для покойного господина Жиха. А есть хоть одна добрая весть? Или сегодня все только дурные? Мне сегодня, между прочим, губернатору докладывать. Ефим Андреевич, пройдемте в ваш кабинет. Я должен обладать максимально полной информацией. Губернатор, знаете ли, не терпит общих фраз. Каширин, срочно ко мне. Слушаюсь. Отходим, отходим. Тут смотреть не на что. Отходим. Ну куда, куда? Отходим. Что стряслось, любезный? Ну, шли вы своей дорогой, господин хороший. Ну, не до вас сегодня. Налет на почтовую карету может быть делом рук банды заезжих анархистов. Ограбление французских ювелиров тоже возможно на их совести. Но есть и другая версия, более реальная. Банда Рванова. А что по делу убийства Жиха? Буквально недавно арестовали любовника, то есть вдовы Жиха, поручика Васильчикова. Но он пока не признается.
Боевой офицер, герой русско-японской войны с наградами. И брошен в камеру? Нонсенс. Ну, ему хотя бы создали достойные условия. Кстати, а полковое начальство известили? Васильчиков пока что с уголовниками. Ну, так он будет сговорчивее. А полковое начальство мы просто не успели известить. Они же сразу потребуют освобождения Васильчика, и тогда мы не успеем получить его признание. Да ваши действия неприемлемы! Как это так? Арестовать боевого офицера без согласования с гарнизонным начальством? Да военные обязательно пожалуются губернатору, и лично у меня будут неприятности. Вы хоть понимаете это? Возможно, вы несколько поспешили и ошиблись. Ошиблись? Двое французов застрелены ночью в вагоне поезда. Через день известный коммерсант задушен чуть ли не под окнами губернатора. А сегодня в почтовой карете убиты трое. И что же предпринимает полиция? Что прикажете должить губернатору? Ну-ну. Присяжный поверенный Ардашев принимает участие в полицейских расследованиях. Позвольте разобраться, ваше высокоблагородие. Этот Ардашев со своей самодеятельностью лишь досаждает нам. Я не к вам обращаюсь. Присяжный поверенный Ардашев является адвокатом покойного Жиха и его вдовы, но он к расследованию никоим образом не привлекался. Да? Мы не вправе вовлекать гражданских. Ну, насколько мне известно, господин Ардашев служил в секретной службе Министерства иностранных дел. Отмечен государственными наградами, имеет боевой опыт. Был ранен. Да, адвокат Ардашев является человеком несомненных достоинств. Ни одного дела в суде не проиграл. Потому как берется защищать только тех, в чьей невиновности безусловно уверен. Что подтверждает его крайнюю принципиальность. Не могу вам приказать, Ефим Андреевич, но рекомендую воспользоваться содействием господина Ардашева. Да-да. Нам это, знаете ли, может пойти на пользу. Все опознаны. Иван Луценко, старший фельдъегер, Никита Трофимов, Ярослав Тучков, егерь. Сынок только родился. Пята-то как? Пята. Ясно, это же комфортное. Прости меня, Соломон.
был так добр ко мне. Я неблагодарна. Алиби Васильчикова подтвердилось? Опросили почти всех гостей. Говорят, что никуда не отлучался. Пил вместе со всеми. Надо бы отпустить его. Ну, не прям сразу. Что значит отпустить? И еще. По приказу полицмейстера поставить на всех въездах и выездах полицейские заставы. Досматривать все экипажи, следующие из города в город. Да где ж столько людей-то взять? Прикажете этот вопрос задать полицмейстеру? Или самому губернатору? Клим Пантелеич, что с вами? Вам дурно? Неужто захворали? Нет, нет, все в порядке. А я с утра на рынок сходила, продуктов закупила. Насчет дров там распорядилась, вот в доме прибрала. Варвара, может быть, мне еще одну горничную нанять? Чего это? Неужели я не справляюсь? Я вроде везде поспеваю. А может, я чем-то не угодила? Нет, тебе, видать, тяжело одной-то. Нет, я даже не притомилась ни чуточки. Надо же и свое личное время иметь. Свою личную жизнь. Так это и есть моя жизнь. Ладно, как знаешь. Чаю мне сделай. Я устал сегодня. А я секундочку, утря. У меня уже все готово. Досматривать каждый экипаж поголовно. Я сам понимаю, что шансов таким вот методом изловить налетчиков мало. Но что-то делать надо, а то они у нас сельмы из-под носа уходят. Думается мне, Ефим Андреевич, у преступников имеется осведомитель. Либо среди полицейских, либо среди иных служб. Почтовых, например. Вам думается или что-то известно? Преступники знают время и маршруты передвижения казенных карет. А также все наши засады. Кто-то им, видать, загодя сообщает. И что вы предпринимаете, чтобы изловить мерзавцев? Или вы, Антон Филаретович, только думки думаете? Ну, дело уж больно деликатное. Среди своих паршивую овцу не так-то и легко отыскать. А, значит, будем сидеть и ждать, пока он сам проявится. А рваный в это время пускай грабит и убивает. Ну, тут нужна терпеливость и скрупулезность, чтобы похитрее ловушку изобрести. Им же все наши планы известны. Довольно оправданий. Действуйте энергичнее. В конце концов, ну изловите этого рваного и выясните, кто шпиончит для него. Будет исполнено, Ефим Андреевич. Пора покончить с этим. У нас, поди, не война, а... Однако труп на трупе. Стой! Что у вас в саквояже? Лоты. Куда следуете, любезный? Господину Дорштелу. Для обучения его дочери игры на фортепиано. Музицировать, значит, учите? Да. Ладно, открывай! Трогай давай. Мне кажется, сюда вот этот годится. Сиреневый. Цвет строгий, но глаз радует. Если ко мне, проводи в сад. Угу. Доложите господину Ардашеву, что к нему начальник сыскного отделения. По важному делу. Клим Пантелеич. Ради общего блага предлагаю объединиться в расследовании последних преступлений. Простите. Вам будет предоставлен полный доступ к материалам следствия. Полагаю, наше сотрудничество начнется с ваших вопросов. Я вас слушаю. Что вам известно об убийстве французов и о гибели господина Жиха? Мой клиент, Жих Сломон Моисеевич, намеревался купить драгоценных камней на крупную сумму. И в поезде эти драгоценности были украдены. Да, нам известно, что французы с драгоценностями направлялись именно к Жиху. Да, тот, кто похитил камни, хорошо понимал, что в Ставрополе на этот товар есть только один покупатель – Жих. Но Соломон Моисеевич об ограблении не знал. Сделка произошла ранним утром, до того, как везде появились сообщения о ночном налете на поезд. То есть вы хотите сказать, что камни были у Жиха, когда его убили? Да. Бедный Соломон лишился и денег, и камней, и жизни. Да. Ваша версия очень занимательная, но слишком заковыристая. У вас есть ваша версия?
У вас есть подозреваемые, кроме Васильчикова? У Жиха было совместное ювелирное дело с финансистом Дорштом. Весьма уважаемым и влиятельным человеком. Простите. Наслышан и про их конфликт тоже, но... Дорст отремонтировал наше полицейское управление на собственные средства. Простите. Поэтому вы решили избежать его прямого допроса и положиться на мое посредничество, так? Я рад, что у нас возникло взаимопонимание. Господин Дорст? Ну-с, как наши успехи? А, впрочем, я и сам слышу, что Оленька играет с большей уверенностью. Ольга Вениаминовна весьма и весьма талантлива. Все это вашими усилиями и вашим терпением. Ну, не буду вам мешать. Занимайтесь. Странно. Зачем Жиху покупать микстуру от мигрени в красной аптеке, если у него свои аптеки имеются? Может, попалось по дороге. Дело-то копеечное. Неужели для этого непременно нужно идти в свою аптеку? Да. Могу я забрать вещи, чтобы передать вдове? Как вам будет угодно? Ежели возражение имеется, распишитесь в получении ниши упомянутых предметов в совокупном количестве 8. Сверяйте список. Кольцо обручально-золотое. Деньги в сумме 349 рублей 75 копеек. Портмоне. Часы Павел Буре, золотые с цепочкой. Фотографическая карточка. Микстура от мигрени. Погашенные театральные билеты. И коробочка Монпасье Георг Ландрин. Да, все верно. Если вы не против, я оставлю у себя леденцы и микстуру. Сделайте одолжение, мне они ни к чему. Я даже не знаю, откуда они у Соломона. Сладкого он не ел, разве что тайком от меня, и мигренями не страдал. Да, тем не менее, купил лекарства в красной аптеке. Почему не в своей? К вам господин Петков. Петков, это который хотел скупить аптеки Соломона. Я не желаю его видеть. Минуту. Было бы разумно выяснить, что он хотел. Примите его, а я останусь здесь. И отсюда мне будет все хорошо слышно. Проводи его в гостиную. Я сделаю, как вы скажете. Благодарю. Примите. Уважаемая Клара Сергеевна, мои глубочайшие соболезнования. Понимаю, как вам сейчас нелегко. Благодарю вас, Яков Акимович. Располагайтесь. Что привело вас ко мне? Сострадание. Я, будьте уверены, очень вам сочувствую, тем более, зная сложившуюся ситуацию. О чем идет речь? Ну как же, ваше финансовое положение. Оно, к сожалению, весьма плачевно. С чего вы взяли? Город у нас небольшой, и все купцы и банкиры, так сказать, в одном котле варятся. Яков Акимович, я вас очень прошу, изъясняться без витиеватости мне, если честно, не здоровится. Будь по-вашему. Я готов выкупить ваши залоговые бумаги на имущество за ту цену, которую вам следует вернуть банку. Таким образом, вы избавитесь от долгового обременения и, более того, будете иметь солидное состояние на самостоятельную жизнь. Что ж, у меня иные намерения. Я рассчитываю сначала погасить долг, а затем уж решать судьбу своих предприятий.
Возможно, буду управлять сама. Сама. Управлять. Да вы обанкротитесь через неделю и будете вынуждены все продать за бесценок. Милостивый государь, что за тон вы себе позволяете? Вот мой адрес и телефонный номер. Даю вам неделю, после чего мое предложение будет аннулировано. А я даю вам слово, сударь, что если вы еще раз появитесь на пороге моего дома, я прикажу облить вас ведром с помоями. А я нисколько не сержусь за вашу пылкость. Она делает вас еще привлекательнее. До встречи. Вы держались весьма отважно. Вы не представляете, Клим Пантелеич, как я испугалась. Петков опасный человек, он бывший военный. У меня мурашки по спине от волнения. Мне нужно на воздух. Не хотите составить мне компанию? Благодарю. У меня дела. Что ж, ну, придется взять своего верного спутника книгу. Будете смеяться. Я, представляете, люблю легкие бульварные романы. Они меня успокаивают. Я не буду смеяться. Моя горничная тоже читает мне бульварные романы, и они меня тоже успокаивают. Да. Значит, у нас есть что-то общее. Клара Сергеевна, я тут случайно увидел... А это... Соломону присылали как-то пошлые открытки. Мерзость. Могу я оставить конверт себе? А зачем вам? Хочу проверить одно предположение. Как вам угодно. Благодарю. Вот. Вот что мне душу греет. Половину денег придется отдать. Кому? Не твое дело. А я не согласный. Так решил Михаил. Я сам по себе. Что мое, то мое. Ты забыл, кто тебе с каторги помог бежать? А ты ничего. Особенно в злобе своей бабской. Может, мы с тобой того, а? Рожи мне твои не нравятся. А что рожа? Другие достоинства имеются. Отведай страсти моей девицы. Потом пристрелишь, если не понравится. Много таких желающих было. Только они подыхали прежде. Располагайтесь, Клим Пантелеич. Сигару? Коньяку. Благодарю. Воздержусь. Надеюсь, музыка нам не помешает? Нет, нет. Нисколько. Дочь, Оля, занимается с преподавателем. Знаете ли, скоро выпускной в женской гимназии. Столько хлопот. Итак, чем могу быть полезен? А, впрочем, давайте я сам угадаю. Я один из подозреваемых по делу об убийстве Жиха, и вы, Клим Пантелеич, явились для того, чтобы меня допросить. Я не служу в полиции, соответственно, допросов не веду. Хочу просто побеседовать. Понимаю. Полиции не хватило смелости, и они решили использовать вас. Мне не по душе слово «использовать», но по сути... Вы правы. Простите, простите, я не хотел вас обидеть, но ни копейки больше не пожертвую этому полицейскому управлению. Отчего же? Ну, бог мой, все знают о нашем конфликте с Соломоном. Я должен быть первым в списке подозреваемых, это же верхняя компетентность. А, впрочем, итак, чем могу быть полезен?
Где-то около 3 лет назад мы вместе с Соломоном решили вложиться в ювелирное дело. Магазины у него уже были, так что проблем со сбытом у нас не было, но через некоторое время возникли некоторые разногласия, и нам пришлось разойтись. Вы понесли финансовые потери? Нет, ну что. Соломон вернул мою долю всю, копейка в копейку, так что никаких финансовых претензий у меня не было. Однако вы прекратили всяческие отношения с Соломоном, верно? Ну, видите ли, Клим Пантелеич, я решил открыть собственное дело, а Соломон, он, знаете ли, оказался просто настоящей акулой. Он же скупил всех лучших мастеров, он просто перекрыл мне все поставки качественных камней. И вы прекратили ваши отношения? Ну, произошел неприятный разговор на повышенных тонах, и больше мы не общались. Вдова господина Жиха утверждает, что увиделись в театре накануне его смерти. Всего лишь мельком кивнули друг другу по обыкновению, не более. И больше в тот день вы не общались? Никоим образом. Известно о ночном нападении на поезд. Господи, ну разумеется, Клим Пантелеич, об этом же говорит весь город. Более того, я вам скажу, что я практически уверен, что похищенные бриллианты предназначались именно Жиху. Только знаете что? У похитителей возникнут определенные проблемы со сбытом этого товара. Дело в том, что бриллианты фирмы Бушерон имеют весьма специфическую огранку, и их моментально опознают. А что, если предположить, гипотетически, что камни попали в руки грабителей, а доставлены покупателю, то есть господину Жиху, теперь по закону принадлежат его вдове Кларе Сергеевне? Гипотетически? Только лишь. Гипотетически, если это действительно бриллианты фирмы Бушерон, то я единственный человек, который готов их приобрести. Любой другой тут же заявит в полицию. Ну? Я полагаю, вы хотите сделать мне некоторое предложение, не так ли? Нет, что вы. Я не могу вам предложить того, чего у меня нет. Вы не скажете, где могли быть приобретены бусы из такого жемчуга? Клим Пантелеич, я не занимаюсь дешевыми изделиями. Одно могу сказать, подобного жемчуга ни у кого в городе нет. Ну что ж, благодарю вас за беседу. Рад был помочь, Клим Пантелеич. Надеюсь, вы обратитесь, если что. Фортепиано звучит просто прекрасно. Давно у вас этот инструмент? 2 дня назад. Из Петербурга заказывали. А старый где? Да бог его знает. Жена, наверное, продала какому-нибудь помещику. Благодарю. Пантелеич. Клара Сергеевна, какая приятная неожиданность. Я часто здесь бываю. Много времени провожу с книгами. Пожалуйста, присаживайтесь. Благодарю. Вы не думайте, я не только бульварные романы читаю. Я не сомневаюсь.
А у вас была детская мечта? Конечно, как у любого мальчишки, пойти на войну, стать героем. Ну и как? Сбылась? Отчасти. В жизни всегда есть неприятные условности. А так хочется жить полной жизнью. Вот прямо сию минуту и не томиться надеждами. А вы романтическая особа. А вы скептик. Я реалист, который никогда не теряет надежды. И какой же надеждой вы живете теперь? Найти убийцу вашего мужа. Вы невыносимый реалист. Вы обмолвились, что у вашего мужа не было мигрени, а у вас? Ни Соломон, ни я мигренями не страдали. А зачем ему понадобилась микстура? Да еще так срочно, что он купил ее в красной аптеке, практически у своего ненавистного конкурента. Простите, Клим Пантелеевич, я не знаю, как вам ответить. И мне что-то не здоровится. Вас не затруднит отвезти меня домой? Да, конечно. Это вы меня простите, я докучаю вам своими вопросами. Нет, что вы, тут нет вашей вины. Просто я устала. Я узнал, кому предназначались камушки. Коммерсанту Жиху. Это которого на бульваре вдавили? Точно. Его вдова в доме сейчас одна. Прислугу отпустила на пару дней. Ну, а нам-то с этого чего? Как чего? Дури твоя голова. Если бриллианты привезли Жиху, значит, в доме должны быть деньги. А может, и камушки там. Ха. Так Жиха того ограбили. Сам посуди. Вряд ли он таскал все богатство свое с собой. Может быть, в доме что-то и осталось? Вдова-то хоть как. Хороша собой. Тебе понравится. Как стемнеет, так и пойдем. Васильчиков! Васильчиков! Ваше благородие! Ну, чё ты орёшь-то, а? Ну-ка. Ну, чё ты орёшь, как роженица? Тут где я? Не денусь никуда. Ну-ка. Ну что ж, прощайте, господа жулики-жоржики. Не балуйте тут без меня. А то приду, накажу. Хотели чаю? Я прислугу отпустила, так что самолично могу заварить. Нет, благодарю. Ну что ж, тогда до завтра. Завтра же мы увидимся. Конечно. Дела наши еще не завершены. А, да. Конечно, дела. Доброй ночи, Клим Пантелеич. Доброй ночи, Клара Сергеевна.
украли. Аль гостям не рада, а? Сударыня, настоятельно рекомендую не шуметь. Кто вы такие? Стовковалась, поди сердешная, а? Не усложняйте себе жизнь. Отдайте нам бриллианты и деньги, что имеются в наличности. Я жду. А не то мой товарищ не сдержится, а уж он, ох, как хочет до молоденьких вдовушек. На пол, живо! Я знала, что вы придете. Тихо, тихо, тихо. Не смотрите. Не смотрите! Успокойтесь, сейчас приедет полиция. Успокойтесь. Тихо, 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 тихо. Какую засаду, чем? Ну, мне почем знать какую. Ну, вдове коммерсанта этого убитого наедались. Думали, бриллианты у нее. И наличность немалая. Что тебе надо? Нельзя. Опасно слишком. А где Рваный? Убили Рваного. Я сам еле ноги унес. Даром, что подгорел слегка. Допрыгался, душегубец. Определенно рваный. Ефим Андреевич. Да сам вижу, что рваный. Эдакую рожу разве забудешь когда? Думала, умру от страха. Сердце прыгало, как воробей. Не переживайте, опасность миновала. Не могу в себя прийти. Так переволновалась. Душно здесь, да? Вы, верно, тоже переволновались. Благодарю вас, Клим Пантелеич, за вмешательство весьма своевременное, надо сказать. Благо рядом оказался. Как вы, сударыня, какого страха натерпелись? Благодарю, уже гораздо лучше. Клим Пантелеич, простите. Говорят, сообщник при нем имелся. Бежал, как ошпаренный. Дымился буквальным образом. Кто таков? Лица не заприметили? Лица не успел рассмотреть, только со спины, да и пламя помешало. Антон Филаретович, надо проверить больницы и частных лекарей на предмет пациентов с ожогами. Тотчас распоряжусь, Ефим Андреевич. Погорелов! Ну что ж, надо полагать, убийцы французов установлены, ну, один из них, по крайней мере. В том налете тоже маузеры использовались. Да, все указывает на них. Но одно сомнение не дает мне покоя. Нет, никаких сомнений. Вон там убийца, а вот и маузер его. Отчего грабители эти требовали бриллианты? Камни-то должны были у них оказаться, если они французов ограбили. К чему вы клоните? А что, если на момент ограбления поезда бриллиантов у французов уже не было? Кто-то опередил налетчиков.
Витиеватый сюжет с надумали, Клим Пантелеевич. Весьма сомнительный, знаете ли. Могу я смотреть «Тела французов»? Извольте, они еще не отправлены. Только к чему это? Куда, господин хороший, не велено. Там полиция нынче. Посторонним туда нельзя. А что случилось? Ну, объясни мне, милый человек, я тоже служивый. Не ради любопытства праздного интересуюсь. Вдову Жиха пытались ограбить. Слава богу, принесла. Сейчас с барни беседует. Я должен ее увидеть. Справиться как она? Не велено. До утра обождите. Говорю ж, не велено, куда прешь? Да как ты смеешь? Что, зевак разогнать уже не можете? Давай, гони всех прочь. Господин Поленичко, господин Поленичко. Поручик, а вы тут каким образом? Сами же приказали меня выпустить. Ну, то ступайте себе домой. И место вам здесь, это неприлично, в конце концов. Об зазнобе своей беспокоиться, а нам сказывал, что еле с ней знаком. Клара Сергеевна, в порядке? Не уйду, пока не объясните мне, что здесь происходит. Двое лиходеев с маузерами пытались ограбление совершить. Но адвокат Ардашев вовремя подоспел, спас несчастную вдову. Ардашев в одиночку справился с двумя грабителями. Одного пристрелил, а второго чуть заживо не спалил. Ступайте уже, сударь, но опять об вас не пересуды пойдут. Пощадите честь вдовы, сделайте милость. Трогай. Неужто вы меня теперь одной оставите, Клим Пантелеич? Там возле дома двое городовых будут дежурить. Так что вам нечем тревожиться. Я, видно, выгляжу ужасно, надо было переодеться. Вы всегда выглядите прекрасно. И еще ваше мужество, с которым вы справляетесь со всеми невзгодами, вызывает мое искреннее восхищение. Знаете, получать комплименты от такого мужчины, как вы, Клим Пантелеевич, особенно волнующе. Прошу меня простить, сударыня, сейчас не самая подходящая ситуация. А дело лишь в ситуации? В иных обстоятельствах вы были бы не против? Простите меня великодушно, я выгляжу легкомысленно и навязчиво. Совершенно невозможно еще мой траур. Честь имею. Умоляю, не оставляйте меня, я не усну, я сойду с ума от одиночества в этом доме. Хорошо. Скажите, а почему рядом с таким мужчиной, как вы, нету преданной любящей женщины? Обстоятельства моей жизни складывались так, что вряд ли могли бы устроить даже самую терпеливую. Вы не знаете женщин. Мы способны на многое. Ради любимого способны на все. Видите, в чем дело? Я уже был женат. Но моя служба не дала мне в полной мере насладиться семейным счастьем. Моя жена внезапно скончалась, когда я был вдали от нее. Даже не было возможности присутствовать на ее похоронах. Я так и не смог попрощаться с ним по-человечески. Представится Васильчиков Бронислав Арнольдович.
Ардашев, Клим Пантелеич, чем могу? Ну, прежде всего, хочу поблагодарить вас за спасение жизни и чести Клары Сергеевны. Да, вы, кажется, в курсе наших с ней отношений. Личные отношения моей клиентки меня не касаются. Да? Что ж, разве Клара о нас ничего не говорила? Ну, а чего же? Она упоминала о неком эпизоде с вашим участием. Эпизоде? Знаете, я боюсь, здесь все намного сложнее. Избавьте меня от подробностей. Мне, чтобы вы знали, это совершенно неинтересно. А простите мою назойливость, Клим Пантелеич. Скажите мне, как она? Могу ли я поговорить с ней сейчас? Она уже спит. Боюсь, что вам придется отложить визит до утра. Но лучше вообще не приближайтесь к ней в ближайшее время, если вам дорога ее репутация. Это я вам как адвокат говорю. Понятно. Ну что ж, тогда не откажите мне в любезности и выпейте со мной бокал шампанского. Ну, за успешное, так сказать, разрешение всей драматической ситуации. Благодарю. В другой раз. Это я так, а? Клим Пантелеич-то огорчится. Ай, недели две этих коней ладей передвигал. Так. Причина смерти, полагаю, установлена? Шутить извольте, господин присяжный, поверенный. И в мыслях не было, да и место для шуток неподходящее. А, быть может, вам интересно знать, какое именно ранение оказалось смертельным? Отнюдь. Я думаю, что не пуля стала причиной смерти. Да? А что же, по-вашему, позвольте полюбопытствовать? Ну, совершенно очевидно, что они были отравлены. Но вы ведь не проводили вскрытие, потому что пребываете в абсолютной уверенности, что их застрелили. Ну, какие же могут быть сомнения? Смотрите. Зрачки чрезмерно расширены. Следы пены около рта. Это не признак отравления. Знаете ли, милостивый государь, я работаю исключительно согласно циркуляру. Делаю то, что мне велят в полиции. Вот что велят, то и делаю. Распоряжение относительно вскрытия не поступало. Ни малейших сомнений, что французы были мертвы еще до нападения. И как прикажете вас понимать? У обоих убитых расширены зрачки, а возле рта характерные следы пены. Действительно. В протоколе осмотра тел все признаки упомянуты. Но вы не придали этому никакого значения. Так мыслимо ли? 19 ран! Бесспорная очевидность смертоубийства через пулевые ранения. Факт? Именно поэтому, уважаемый Антон Филаретович, вскрытие посчитали избыточной формальностью. Но факт в том, что их отравили. На колу мочало, начинай сначала. И где нам теперь искать того отравителя? Придется заново изучить протоколы показаний всех свидетелей с особой тщательностью. Ефимович. Антон Филаретович. Потрудитесь предоставить господину Ардашеву все материалы для детального изучения. И непременно с фотографическими карточками и со всеми предметами, слышите, со всеми, что были обнаружены в купе. Благодарю вас. Наши благодетели, да-с, меценаты.
А, так турецкую пленницу репетируем. Да-с. Господа, я попросил вас собраться здесь, дабы предъявить для опознания портрет одного господина. Видел ли кто-нибудь его в театре в воскресенье 5 дней назад во время антракта? Кажись, он. Ну, точно он. Я тогда как раз декорацию в подсобку волочил. Тяжелющая зараза. А тут гляжу, господин этот из-под гримерки выходит. Сам весь полный возмущений, еще дверь как хлопнет. Злобно так. Я чуть декорацию эту не уронил. А кто занимает 5-ю гримерку? 5-ю? Абрашкин, Аполлон. Отчество никак не упомню. Актер Варшавского театра. А где он сейчас? Так дома поди бражничает. Его уж пару дней никто не видел. На репетиции он не является. Так ведь? Или видел кто? А может быть, кто-нибудь видел, как финансист Дорст общается с этим человеком? Дорст. Благодарю за помощь. Смею заметить, с господином Дорштом, с Вениамином Яковлевичем, в антракте беседовал я самолично. Угу. Ефим Андреевич, у меня к вам неотложное дело. Клим Пантелеич, мы собрали для вас все материалы о смертоубийстве французов, как вы и просили. Так что милости просим. Можете забрать все у дежурного. Не стесняйтесь, пользуйтесь результатами нашего тяжкого труда. Да, и еще прошла информация о появлении в наших краях некоего Михаила Евсеева, анархиста. Да, этот Евсеев год назад сбежал с каторги вместе с Ирваном. Видимо, они вдвоем мы вломились в Довижиха. Жандармское управление уже отправило фотографии. И как только мы их получим, так считайте, он у нас в руках. Хорошо. Необходимо срочно проехать на квартиру Абрашкина. А что за срочность, Анатолий Федорович? Какая Абрашкина? Актер. И он определенно связан с ограблением поезда. Пропал пару дней назад. И у меня весьма дурные предчувствия. Актеришка? Простите, милейший, а какое отношение актеришка может иметь к вооруженному ограблению? Я уверяю вас. Дело крайней важности. Пожалуйста. Ничего, что спиной? Ничего. Луговая 7. Трогай. Ну, значит, смерть наступила предположительно 4 дня назад. Зрачки расширены, вокруг рта засохшая пена. Отравление. Признаки те же. Полагаю, что и яд тот же, что в случае с французами. Ваше высокоблагородие, тут облачение попурское. После налета свидетели показали, что поезд покидал какой-то священник с большим чемоданом. Видать, это и был Абрашкин переодетый. Выходит, сообщник его отравил? Делиться, видать, не пожелал. Думаю, что Абрашкин был связан с бандой Рванова. И под видом священника отравил француза. Ну, а по льбу было начинать зачем? Столько шума. Так для верности. Пуля завсегда надежнее яда. Ну, и чтобы нас запутать. Как у вас все просто, Антон Филаретович. Может, вы знаете, где бриллианты? Так, Абрашкин их и присвоил. Антон Филаретович. Привлек Рванова, а после решил оставить добычу себе. За что и поплатился. Рванный искал бриллианты в доме Жиха. Очевидно, что у него самого их не было. Вопросов все больше, а ответов как не было, так и нет. Думаю, что господин Петков что-то прояснит. А при чем тут Петков? Он неоднократно и безуспешно попытался купить аптеки Жиха. Думаю, у него было основание желать ему смерти. Так вы и с Петковым уже успели пообщаться? Нет, я не имел такого удовольствия, но знаю, что недавно Петков предлагал Кларе Жих в довольно грубой форме, с угрозами, купить все предприятия ее покойного мужа. Ефим Андреевич. Чего же вы до сих пор нам не сообщили об этом факте, уважаемый Клим Пантелеич? Просто не придал этому значения. Ха, не придал значения. Знаете, Клим Пантелеевич, меня огорчает отсутствие откровенности в нашем с вами сотрудничестве. В тот вечер, когда убили несчастного, я был здесь, в своем номере, бедный Соломон. Зачем вам нужны аптеки Жиха? Вы с такой настойчивостью добивались их приобретения.
Любой коммерсант желает расширения своего дела. Это же очевидно. И с тем же предложением вы обратились и к вдове? Да, я сделал ей очень выгодное предложение. Но она опрометчиво отказалась. Простите, вы сказали опрометчиво? Именно. Потому что через 2 месяца банк продаст все ее имущество с молотка, я куплю его по дешевке. И согласие, уважаемая Клара Сергеевна, мне уже, увы, не понадобится. Тогда какой смысл уговаривать вдову продать то, что неизбежно станет вашим? Милосердие, господа. Милосердие. Ну, зачем мучить бедную вдову разными скучными формальностями? Я готов заплатить немного больше и, так сказать, упростить дело, облегчить, так сказать, неизбежно. Красные аптеки ведь вам принадлежат? Да. А в чем, собственно, дело? Ну, просто интересно, почему Жих купил микстуру от мигрени именно в вашей аптеке, в аптеке конкурента. О чем вы? Какую микстуру? От мигрени. Ну так, всем известно, что у меня лучшие препараты в городе. Варвара, принеси стакан и марлю. Воронку дай, пожалуйста. Давно все надо было бросить и уехать. Никуда я не поеду. Переждать надо. Сейчас рискованно высовываться. Но ничего, все заживет, и я снова буду в строю. А может, тебя кто еще в этом городе держит? Не понимаю себя. Че ты мелешь? Может, твоя ученица? Дочь этого буржуя тебе покоя не дает. Влюбился? Я видела, как ты на нее смотришь. Подожди-ка.
Ты что, шпионишь за мной? Следила за мной, да? Приревновала, значит? А что, если и так, что в этом такого? Может, я люблю тебя? Дурочка. Никого у меня, кроме тебя, нет и не будет. Тебе еще бинты нужны? В аптеку схожу. Ну, раз надо. Евсеев. Опасный государственный преступник. Был осужден на 10-летнюю каторгу. Год назад бежал. По имеющейся информации, в данный момент находится в Ставрополе. Попрошу внимательнейшим образом изучить эту личность. Ваше высокоблагородие, я этого мерзавца видел на Медне, когда в кордоне стоял. Излагай подробнее, где именно, при каких обстоятельствах? В коляске он был. Сказывал, что учитель музыки, ноты эти у него в саквояже, на студента похож. Следовал-то он куда? В дом финансиста Доршта. Дочку его музыке обучает, так сказывал. Ефим Андреевич, немедля в дом Доршта произвести тщательный обыск. Выяснить адрес Евсеева. Возможно, между Дорштом и этим учителем есть какая-то связь. Добрый день, любезный. Добрый день. Чем могу-с? Я адвокат покойного Соломона Жиха. У меня к вам несколько вопросов. Да-с. В день убийства Жиха вы здесь находились? Точно. Трудился, как всегда. Мне известно, что Жих заходил к вам в тот день, купил микстуру от мигрени и оставил на хранение. Да. Вот. Жих сам подписал. Я, говорит, зайду позже. Именно за этим пузырьком. Я еще удивился. Чудак, человек, право. Мог бы зайти снова, купить новые. Они же у нас все одинаковые. Впрочем, мое какое дело? Это так это. А почему здесь написано «Аптеки Жиха»? Где? Попробуйтесь. Да, действительно, даже не понимаю, как такое могло получиться. Мне почему-то кажется, что вам известно, что было в этом пузырьке, помимо микстуры. Чему там еще быть? Микстура, микстура! Так вот, настоятельно рекомендую вам вернуть то, что было внутри. Помилуйте, я обычный провизор, но я делаю порошки, микстуры, капли. Я нечего скрывать. За хищение чужого имущества вы рискуете оказаться на каторге. Зачем же сразу каторгу стращать? Я, между прочим, честный человек, и мне нечего скрывать. Вот вам крест. Момент. Ну,
Ой, здравствуйте. А папа сейчас на прогулке, но скоро вернется. Вам знаком этот господин? Ну, разумеется, это Михаил Никитин, мой учитель музыки. А что? Скажите, адрес его проживания вам известен? Нет, адреса его я не знаю. В таком случае не возражаете, если мы подождем Вениамина Яковлевича у вас дома? Не сочтите за бесцеремонность. А, конечно, проходите. Ваше благородие, Евсеев этот, нашли его убитым. Нож в груди. В квартире доходного дома неподалеку тут, соседка сообщила. Еще на квартире Маузер обнаружили. Соседка сказывала, что там еще какая-то барышня проживала. А вот и сообщничек нарисовался. Ты меня, любезный, без ножа зарезал. Второй труп за день. Полицмейстер будет в совершеннейшем восторге. Чую, адвокат наш Ардашев что-то утаил. Только и делает, что свиней нам подбрасывает. Вот помяните мое слово, Ефим Андреевич. Двуличный он тип. Господа, это чему же я обязан этакой делегации? Господин Полиничка, господин Каширин, я, надеюсь, не заставил вас долго ждать. У нас есть распоряжение произвести обыск в вашем доме. Позвольте, я что, арестован? А это, господин Доршит, будет зависеть от обстоятельств и от результатов обыска. Чуть не загубила. Клим Пантелеич. Да? Тут это, дворецкий господина Дожита приходил. Сказывает, полиция пришла, обыск учинила. Хотят хозяина арестовать. Надо к нему ехать. Клим Пантелеич, я тут ваши фигурки опрокинула по нерасторопности. Ну, я назад все возвернула. Может, и не туда, конечно, всех -то не упомнить. По мне так, все фигуры на своих местах. Ступай. Могу лишь поаплодировать вашим людям, которым удалось отыскать старое фортепиано господина Дожда, да еще обнаружив в нем отсутствие одной струны. Именно той, которой был задушен несчастный Жих. Так что, уважаемый господин адвокат, как вы заметили, мы тоже кое-что умеем. А вот тут вы ошибаетесь. Это не та самая струна. Жиха убили другой струной. Ну, знаете, это уже ни в какие ворота. И вы что, думаете и впредь следствию препятствовать? Ни в коей мере. Просто имеющаяся у вас струна, ну, никак не может быть орудием убийства. Потрудитесь разъяснить ваше возражение. С удовольствием. Не поможете? Присядьте. Ваша, простите за оборот, струна слишком короткая. Ее длина физически не может быть использована для удушения. Ефим Андреевич. К тому же она слишком толстая, что не соответствует характеру нанесенных убитому ран. Любой судебный врач установит это несоответствие без особого труда. Таким образом, оснований для ареста господина Доршта недостаточно. Суд его оправдает, это ляжет пятном на вашу и на вашу репутацию. Вы забываетесь, Клим Пантелеич. Ваши слова звучат как угроза. Прошу прощения, господа. Там к телефону просят господина Полиничка.
Конфетку хотите? Кстати, как вам удалось отыскать старое фортепиано Дожды? Настройщик, жадная душонка. Дожд ему заплатил, чтобы тот разобрал инструмент на дрова. А настройщик, шельма такая, взял и втихую продал его какому-то купцу. Тот, в свою очередь, подарил его местной гимназии. По доброте душевной. Там и стоит. Так что за купец из местных? Да бес его знает, что за купец. И вообще, какое нам до него дело? Важно, что Дожд хотел избавиться от своего инструмента. А вы говорите, что струна не та. Где Дожд? Ну, полагаю, в своем кабинете. Клим Пантелеич, сделайте одолжение. Передайте господину Дожду, что ему завтра утром надлежит явиться в полицейское управление для допроса. Да как так-то? Его нужно непременно под арест. Я говорил с полицмейстером. Арест отменяется. Говорите, связь Дожда, анархиста Евсеева доподлинно установлена. Так точно, ваше превосходительство. Чаю. В свою очередь, Евсеев был сообщником бандита по кличке Рваный. Так что вся цепочка, так сказать, выстроилась. А есть какие-то вещественные доказательства причастности Дожда к преступлению? Да, имеются. Сразу после убийства Жиха Дожд избавился от старого фортепиано. И в нем не хватало одной струны. А Жиха, как известно, убили именно струной. Знаете ли, совпадение еще ничего не доказывает. Дожд – уважаемый в городе человек. У него влиятельные связи. Ефим Андреевич, а вы не торопитесь с выводами? Я не стал бы спешить с арестом Дожда. Так точно. Никак нет. Но после допроса Дожда, я надеюсь, мы будем обладать неоспоримыми фактами его преступной деятельности. Ваше рвение, безусловно, похвально. Вот только вся ответственность за ваши действия целиком и полностью лежит на мне. Портвейн, старой выдержки, чистый нектар. Сейчас, сейчас, за доброе знакомство. Штопор насквозь пробку пробил. У вас крепкая рука. Не в руке, не в руке дело. Штопор редкой конструкции. У хозяйки одолжил. Не возражаете? Что вы, почту за честь. Разбираетесь в холодном оружии, Клим Пантелеич? Так, интересуюсь. Вот, коллекция. Ну, за доброе знакомство. Thank you.
Да, да, видать, налет был дерзкий. Бандиты, наверное, немалый опыт имели. Двое невинных людей погибли. Это не ли трагедия? Да, трагедия, трагедия, Клим Пантелеич. Знаете, сколько невинных душ-то гибнет? Уж я за своем веку много повидал. На всех слез не хватит. Вот только безвинных-то не бывает. Так кто на войне, а здесь от неудержимой жадности, злобы. Столько смертей из-за бриллиантов этих. Где они теперь? Как-то где? Слушай, я не может, полиция их до сих пор не нашла. Да представьте себе. Словно растворились. Да вы что, растворились, говорите, да? Забавно. Забавно. Можно личный вопрос? Конечно. Конечно, Клим Пантелеич, я весь ваш. Вы тут намекали, что ваши отношения с Кларой Сергеевной, они... А, да. Непростые. Я понимаю, к чему вы клоните. Она сейчас свободна, и, возможно, мы могли бы быть вместе, вот только чувства ее ко мне остыли. А ваши? Это не имеет значения. Да и не гожусь я на роль мужа, Клим Пантелеич. Да. Не буду злоупотреблять гостеприимством. Портвейн был действительно чудесный. Тришка, вещи господина Ардашева. Что вы, Клим Пантелеич, всегда рад, будете поблизости, заходите. Кстати, заметил у вас пару бульварных романов. Вы что? Упаси бог, это гости. Бывает, что-нибудь забудут у меня по причине рассеянной стили дельного беспамятства. Крепкая у вас рука. Увольте меня от ваших расспросов. Я не знаю, я не ведаю, о чем вы говорите. Это ваши больные фантазии. Я всего лишь обычный провизор. Сорок минут продержались. Да вещи 20 не одолели. Надо ли себя так истязать? Все свои страхи и слабости, Макар Семенович, надо внутри себя уничтожить. То мы тебя снаружи не разрушили. С другими завсегда легче бороться, чем с собою. Проходите. Крепитесь, Клара Сергеевна. Искренне сочувствую. Сломан Моисеевич был человеком немалых достоинств. Всегда к людям расположение имел. Благодарю вас, Иван Генрихович. Соломон, кажется, только вам и доверял. И всегда о вас говорил уважительно. Мои соболезнования. Спасибо, Клим Пантелеич. Без вас бы я не справилась. Клара. А что, Клим Пантелеич, есть у полиции какие версии? Версии-то имеются, только уверенности они не внушают. А, и что же, ни бриллианты, ни деньги так не отыскались? А с чего такой непраздный интерес? Бог с вами, Клим Пантелеич. Какой мне интерес? Ради любопытства и вдову жалею. Ведь нищим бедняга останется. С этим позвольте разобраться мне, как ее адвокат. Да-да, конечно. Вы простите старика, Клим Пантелеич, за расспросы досужие. Не смею вас более задерживать. Я признательна вам, что вы составили мне компанию. Не было мочи же выслушивать все эти сочувствия. Я вас понимаю. Знаете, дорогой Клим Пантелеич, ведь моя прежняя жизнь была весьма унылой. Все винство мое всегда нужду испытывала. А потом вдруг появился Соломон. Богатый, надежный. Он был добр и щедр ко мне. А теперь его нет.
Клара Сергеевна, вы еще молоды. Вот я и думаю, может быть, мне принять предложение Федкова? Буду обычной обывательницей, скучной, но с достатком. Можно вопрос? Можно. В кабинете вашего мужа я заметил рододендром. Неужели Соломон Моисеевич любил цветы? Нет, это была моя инициатива. Соломон равнодушен к растениям. Был. Весьма опасный цветок, ядовитый. А, да, я читала об этом в романах. Я думала, что это так, выдумки. Просто он так красиво цветет. Красота бывает весьма коварной, даже ядовитой. Все-таки вы скептик. Нет. Я реалист с большим жизненным опытом. Хорошо, с вами. Спокойно. Но мне нужно сделать кое-какие распоряжения прислуги. Не провожайте меня. Хочу побыть одна. А я вот читал, эти японцы сами себя вот похожим образом. Антон Филаретович, вы несете какую-то околесицу, ей-богу. Какие еще японцы-то? Ну, они сами себе живот вспарывают и таким образом как бы свою честь спасают. Сия манипуляция называется харакири. Самураи — это воины японские, эдакое над собой сотворяли в качестве наказания за проступки. Так это что же, он тоже сам себя? Для православного раз такое возможно? Да не сам он себя. Его, видимо, оглушили для начала. Кровопотек на виске имеется. Налицо очевидное смертоубийство. Здравствуйте, Клим Пантелеич. Вам знаком этот господин? Это провизор Савелов. Я вчера к нему наведывался. Видать, снова что-нибудь такое эдакое выведали. Да, господин адвокат? А нам забыли сообщить. В этой аптеке Жих перед смертью купил микстуру от мигрени. Я пытался выяснить, зачем он покупал лекарства в чужой аптеке, да еще от мигрени, которой у него отродясь не было. Вы, Клим Пантелеич, прямо как ангел смерти. Простите за аллегорию. Где только появитесь, так сразу труп образовывается. Как теперь докладывать? Вы, все равно, что в собственной беспомощности расписываться-то. Шутка сказать? Что ни день, то убийство. Дас, прескверная ситуация. Один труп и ни одного подозреваемого? Это же черт знает что такое. Вы хоть понимаете, в каком я положении? Понимаю ваше происходительство. И что вы предприняли? Где тот же Доржд? Вы его арестовали? Но вы же сами приказали. Я могу лишь высказывать свое мнение. А решение здесь принимаете вы. Кто здесь начальник сыскного отделения? В конце-то концов. Но провизор никак не связан с Дорждом. И он не фигурирует ни в одном деле. Здесь определенно что-то иное. А меня это, Ефим Андреевич, простите, совершенно не интересует. Это ваше дело! Провести расследование и найти преступника! И как можно быстрее. Я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что в нашем городе еще один труп. Я была излишне вспыльчивой во время нашей последней встречи. Что совершенно простительно в вашей ситуации? Я сожалею об этом. Мой отказ был поспешным решением,
И теперь я вполне готова обсудить детали нашей сделки. Я, уважаемая Клара Сергеевна, со своей стороны тщательно обдумал свое предложение. И решил сделать его, так сказать, более привлекательным. Вот как. Очень любезно с вашей стороны. Вы, сударыня, словно ядовитый, но прекрасный цветок, перед которым я не в силах устоять. Посему готов не просто выкупить у вас залоговые бумаги по хорошей цене, но и предложить вам, так сказать, руку и сердце. Что такое говорите? Вы в своем уме? Ну, полно притворяться, а я таким, как вы, цену знаю. Ну, как извините? Ну, неужели я поверю в вашу любовь к такому тифику, как Жих? И всего-то интереса вашего было, что спокойная семейная жизнь под крылом богатого влюбленного старика. Ну, признайтесь, ну, я же прав. Милостивый государь, имейте уважение к покойному. А я-то ведь далеко не старик, к тому же бывший офицер. И силенок еще имею, чтобы утолить вашу страсть. Не хуже этого пьяницы Васильчикова. И денег достаточно, чтобы обеспечить наше семейное счастье. Савелов служил в Красной аптеке. А Красная аптека принадлежит Петкову, с которым мы беседовали накануне. И в эту самую аптеку Жих заходил прямо накануне своей смерти. В этом прослеживается какая-то связь. Это Ардашев определенно что-то утаивает. При чем тут Ардашев? Да при том. Он в разговорах несколько раз упоминал Красную аптеку, будто бы что-то знает. И с Савеловым этим разговор какой-то имел. А нас, опять же, в известность не поставил. Кем он себя возомнил? А трупов все больше и больше. Вот и я об этом же. С него-то какой спрос? А нам перед начальством ответ держать. А ежели Ардашеву удача какая-нибудь подвернется, так мы в стране останемся. Складывается впечатление, что Ардашев будто провоцирует преступника своими действиями. Надо самим допросить Петкова. Прекратите немедленно, вы самодовольный индюк! Убирайтесь из моего дома! Ну, хватит разговоров. Я вам надеюсь, это кажется. Грязное животное! Думал, некому заступиться за бедную вдову! Прошу вас, не делайте этого. Он того не стоит. Напротив, он заслуживает смерти. Владислав, остановись. Тебя отправят на каторгу. Подумай обо мне. Вот он. Истинный облик добропорядочной вдовы. Мужа в могилу. Любовничка под бочок. А так далеко ли еще, почитай, полгорода прошли? Уже пришли? Сюда? Прошу, господин. Не извольте беспокоиться, в доме чисто, и нас никто не потревожит. И о вашем визите, будьте покойны, никто не узнает. Только вы же заплатите мне, как обещали. Поручик, вы в своем уме? Что за ребячество? Дуэль, сударь. Сегодня же. Не будем тянуть, и пусть судьба решит, кому из нас жить. И кому достанется сия трофей. Что ж, я принимаю вызов. Сегодня на старом кирпичном заводе. На закате. Могу жить, зная, что я не отстоял твою честь. Это пятно будет выжигать меня изнутри. Я убью его, и мы с тобой уедем. Это не займет много времени.
Полина Воротынцева. На вид вроде обычная барышня. Не скажешь, что это опасная преступница. Ну, тем, видать, и пользуется. Невинной овечкой прикидывается, а народ-то у нас доверчив. Антон Филаретович, смотрите. Видите, бусы похожи на те, которые были рассыпаны в карете, когда напали на фельдъегеря, а? Сдается мне, именно эта дамочка сорвала стоп-кран при налете на поезд. Ты ж взмылился, будто волк из того гонит. Что там у тебя? Ну что, голубчик, ну не тяни, говори, что? Петков пропал. Нет его нигде, ни в конторе, ни в гостинице. И никто не знает, не ведает, куда он отправился. Петкова в розыск и барышню эту тоже. Есть. Что? Что с вами, Антон Филаретович? Что? Я, кажется, догадываюсь, где она может скрываться. Где? Жулик один место указал, где рваный в последнее время хранился. Да что ж это вы молчали, Антон Филаретович, а? Столько времени потеряли, эх! Знаю, что ты Михаилу сообщение передавал про кареты казенные. Я за ним следил, думал, он тебе зазнобы нашел. А он к тебе бегал. Денег половину отдавал. А нам врал, что товарищам помогает, что ты про конспирацию толковал. А теперь, когда полиция вышла на его след, ты решил избавиться от него? Что, сам? Или какого бродягу нанял, а? Конечно. Тебе самому слабо. Думал, небось, про тебя никто не прознает, да? А нет, вот она я. И за смерть Миши ты мне отплачешь сполна. Думаешь, я тебя застрелю? Это голубчик. Ты умрешь своей смертью. Господин Растегаев, опрометчиво назвали точное место совершения налета. 2,5 версты от станции Кавказская. А ведь об этом в газетах не писали. Позор. Связаться с такими изуверами. Сколько ваших фельдъегерей убил Рваный со своей бандой? Поймите, господа, послушайте. Карты, долги, они хорошо платили. То есть вы признаете, господин Растегаев, что передавали налетчикам секретные данные перевозки денежной наличности? Да. Я чувствовал, что Рваному кто-то помогает. Ты ведь думали-то на наших. Мы это на наших думали. Мерзавец. Ты встречался только с Михаилом, и потом эта подруга его выследила нас. Предложила себя. За деньги, разумеется. Ну, я не видел ее раньше никогда, ну и пошел с ней. Так бы и сгнил бы в том подвале, если бы не подоспели. Теперь вас, господин Растегаев, ожидает каторга. Как, впрочем, и Воротынцеву.
Проходите уже, что в дверях стоите? Нет-нет, благодарю вас, Клим Пантелеич, я на минутку. Сказать хотела. Мне сделали предложение. Я приняла его. Я молодая еще. Хочу путешествовать. Мир повидать. Людей интересно. Ну, стало быть, в моих услугах вы больше не нуждаетесь. Я безмерно вам благодарна за все. Не знаю, смогу ли чем-то отплатить за доброту вашу. Мои услуги уже оплачены вашим покойным мужем. А мы увидимся когда-нибудь. Сомневаюсь. Ну, я желаю вам счастья. Итак, господа, как было условлено, дуэль произведем через платок. Правила, надеюсь, вам известны. Господа, не желаете ли примириться? Не вижу возможности для мирного исхода нашего конфликта. Ваше высокомерие, поручик, выглядит просто смешно. И проучить вас, я считаю, делом чести. Вам ли упоминать о чести? Довольно, господа. Давайте уже покончим с этим. Извольте написать прощальные записки, дабы избавить от проблем всех участвующих всем предприятии. Смерти прошу никого не винить. Ухожу из жизни добровольно. Да простит меня Бог. Ну что, Соломон Моисеевич, почти все, о чем вы просили, исполнено. И вдова ваша будет иметь надежного защитника и попечителя. Осталось последнее дело. Письмо это для вас. Какой неожиданный ход. Так, выходит, фигурки-то я неверно расположила. Я гляжу, вы переставили. Варвара, у тебя прекрасная зрительная память. Напоминаю, господа, что заряжен только один пистолет. Кому из вас он достанется, определит судьба. Итак, господа, кто выберет оружие? Милости прошу, господин Петков. Ну-с, начинайте, господа. Thank you.
Однако нам надлежит немедленно покинуть это место, дабы избежать нежелательных последствий. Да, нужно, чтобы все выглядело как самоубийство. Вам их благородие. Зови. Клим Пантелеич, простите за столь поздний визит. Мне не помешали. Прошу. Не нужно ли чего, Клим Пантелеич? Нет, я тебя благодарю. Ничего не нужно. Спасибо. Петков покончил с собой. Нашли его на окраине города. Записка в кармане и с пистолетом в руках. Какая неожиданность. Просто нелепица какая-то. Простите. И еще. Мы взяли подругу анархиста Евсеева, Полину Воротынцеву. Вообразите, хотела убить нашего почмейстера, но мы вовремя подоспели. Теперь все ниточки сошлись. Коньяк будете? Коньяк буду. Почмейстер, шельмец эдакий, передавал секретные сообщения банде Рванова. И он же, почмейстер, свел, очевидно, Рванова с Петковым. А почмейстер был знаком с Петковым? Почмейстер – большой любитель докартежной игры. И часто сиживал с Петковым за карточным столом. Благодарю. Так вот, Петков, войдя в сношение с бандой Рванова, решил использовать их для убийства своего конкурента Жиха и присвоить его имущество. Но, видно, совесть замучила или же испугалась разоблачения и наложил на себя руть. Пожалуйста, Клим Пантелеич. Мой хороший, я вас очень прошу, только не говорите, что вас опять одолевает сомнение. Клим Пантелеич, я приветствую вас. Какими судьбами? Здравствуйте, Бронислав Арнольдович. Дело у меня к вам есть весьма важное. Ну, скорее даже просьба. Да, я всегда к вашим услугам. Прошу вас, прочтите. Что это? В этом письме имя весьма опасного преступника. Мне нужна ваша помощь, чтобы арестовать его. Ну, Клим Пантелеич, вы могли бы просто назвать его имя. Васильчиков Бронислав Арнольдович. Это что, какая-то шутка? Что здесь происходит, господа? Вы арестованы, господин поручик. На каком основании? Позвольте узнать. Вы обвиняетесь в убийстве Жиха, Соломона Моисеевича. Что, опять? Мне что, дежавю какое-то? Господа, у нас что, второй акт выдавили? Чемодан. Убийство Савелова тоже на вашей совести. А доказательства на вашей ладони. Потрудитесь снять перчатку.
Хитрый каналья. Я налил в пузырек слабый раствор соляной кислоты, а сам пузырек подбросил в карман сюртука Савелова, когда приходил к нему в Красную аптеку. Даже надписал. Рассчитывали, что преступник естественным образом выльет содержимое себе на ладонь. Именно, Ефим Андреевич. Сработало. Вот только зачем было убивать Савелова? Какой в том смысл? Этот жалкий человечишка оказался очень проворным. Он будто бы обезумел. Схватил нож, бросился на меня. Да только в нем столько силы взялось. Я пытался остановить, вырвать у него нож, и в попыхах, случайно, его же рукой вспорол ему живот. Так вышло? Так вышло. Да. А каким образом вы отравили французов? Господин Васильчиков сел в поезд заранее, переодевшись священником. Костюм одолжил у своего приятеля, актера Абрашкина. Конфеты были отравлены ядом рододендрона золотистого. Его я видел в кабинете Жиха. Сок из листвы этого растения образует высокотоксичное соединение – андромедотоксин. Пиши. А для верности Васильчиков добавил туда еще и снотворное. Потом он подождал, пока яд и снотворное подействует, вернулся в купе и забрал саквояж с драгоценностями. А откуда же он прознал про тот яд? Из романов, из бульварных романов, представьте себе. Видимо, из тех, что я видел в квартире господина поручика. Это так, Бронислав Арнольдович? Любезный Клим Пантелеич, конечно же, вы прекрасно поняли, что я помогала Васильчикову. Я прочитала про яд в одном из романов и приготовила его из рододендрона. То, что я поставила его в кабинет Соломона, выглядит цинично, понимаю. Но я тогда не придала этому значения. И поверьте, я не предполагала, что Васильчиков решится на убийство Соломона. Мне нужны были лишь деньги. Нужна была свобода. Я не любила Соломона, но такой смерти ему не желала. А что касательно вас, с вами, Клим Пантелеич, мне было хорошо. И если бы не жизненные обстоятельства, мы могли бы составить отличную партию. Но, увы, прощайте, мой милый друг. Больше мы с вами не увидимся. Ваша Клара. Любезный. Чего изволите, сударыня? Подскажите, скоро ли отправление? Успею я бросить письмо в почтовый ящик? Отправление через 40 минут. Еще успеете. Благодарю вас. Присмотрите за вещами. Хорошо. Ведь какой неожиданный поворот получился. Банда Рванова в то же самое время решила совершить налет. Сообщница сорвала стоп-кран, началась стрельба, паника. Это упростило его задачу. И незаметно скрыться не составило особого труда. А шутка ли такой переполох начался? Платье священника аккурат пришлось к месту. Именно поэтому никто и не видел поручика. Мне кажется, это вы, господа, начитались бульварных романов. А мне такого даже самого большого перепоя не сочинить. Дальше еще интереснее. Драгоценности после кражи уже числились похищенными. И купить их мог только один человек. Жих. Тем более газеты еще не успели напечатать о происшествии. Да, совершенно верно. И Васильчиков под видом представителя фирмы «Бушерон» отправил к Жиху своего старого приятеля, актера Абрашкина. Тот успешно сыграл роль француза. Но случилось досадное недоразумение. Актера Абрашкина Жих узнал во время спектакля и потребовал вернуть обратно деньги и забрать ворованные драгоценности. Ну, а дальше уже выбора не было. Вот вам и след. След от орудия убийства. Прошу.
А где же само орудие? Струна? Вы же сами сказывали, что та, которую мы нашли на месте, не подходит для удушения. Господин Васильчиков весьма хитер. Он под видом мецената выкупил выброшенное дождем фортепиано, снял оттуда струну, а сам инструмент подарил гимназии. Знал ведь, что мы отыщем это пианино. А саму струну подбросил на место убийства Жиха, тем самым бросив тень на финансиста Доршта. Да. Хитро придумано. Словно не боевым кавалеристом, а виртуозом. Избавьте меня от неуместных аналогий, господа. Все ваши домыслы, господин Ардашев, еще нужно доказать в суде. И не забывайте, что вы имеете дело с боевым офицером! Вот именно. На месте убийства Жиха были найдены следы, указывающие на характерную поступь кавалериста. На бойке сапог подбиты гвоздиками, у которых шляпки в форме треугольника. Ну, давайте себя избавим от необходимости рассматривать подошвы поручика. А тогда каким же образом был отравлен этот актер Абрашкин? Я смотрю, вы все убийства в городе на меня решили повесить. Так, господа полицейские? Потом положено. Пошли, я тебе угощу портвейн. У меня знатный. Специально для тебя оставил. Для тебя, друг, оставил. Ну. Васильчиков просто дал Абрашкину отравленное вино. Тот же яд вперемешку со снотворным. Такую бутылку я видел в квартире поручика. Вот смотрите, одна из квартиры Абрашкина, другая из квартиры поручика. Пробки идентичны, и маркировка на них имеется. Обратите внимание, что обе пробки пробиты штопором насквозь. Вы меня прямо рассмешили, Клим Пантелеич. То, что бутылки одинаковые, это ничего не значит. Они куплены у одного торговца. А то, что пробки пробиты насквозь, это вообще ничего не доказывает. А чего же? Обе бутылки открыты одним и тем же штопором. Это установит любой эксперт-криминалист. И штопор этот необычный, у него не менее 12 оборотов. Вещь редкая, но такой штопор у вас имеется. Ну где же в таком случае сами бриллианты? Жих, боясь, что его обманут, залил рубины карамелью, положил полученные леденцы в коробку Георг Ландрин и отправился навстречу к Абрашкину. А Васильчиков схватил саквояж, предполагая, что камни там. Представляю ваше разочарование, господин поручик. Значит, ко мне? Да-да, они остались в коробке Монпассе, которую вы мне отдали для передачи вдове. Мудрено. И как же Жих планировал совершить обмен? Ну, если бы Абрашкин принес деньги, то Жих отдал бы ему коробку, где были рубины, а затем отправился бы с Абрашкиным в красную аптеку и передал бы ему оставленный там и подписанный пузырек полный бриллиантов. Таким образом, сделка была бы завершена. Клим Пантелеич, я еще раз спрашиваю, где же бриллианты-то? Спрятаны. Где? В ножнах. Надо сказать, весьма изобретательно. Да-да. Когда я был в гостях у господина поручика, я отметил разницу в размерах ножен и клинка. Вот только камни в ножнах не настоящие. Как не настоящие? Вот ведь незадача какая, да? Когда я понял, как Жих спрятал камни, я обратился за помощью к господину Доршту. В его непричастности я был уже уверен. Он знал огранку дома Бушерон, имел опыт в ювелирном деле и очень оперативно помог мне изготовить фальшивые камни, на которые вы и купились, господин поручик. Ну а где же настоящие? Не извольте беспокоиться. Стрелять не придется. Я умею проигрывать. Жаль, что Клара не рассказала мне про вашу дуэль с Петковым. Его можно было спасти. А ведь все действительно были уверены, что это было самоубийство.
все, включая полицию. Впрочем, я ее понимаю. Таким образом, она хотела избавиться хотя бы от одного из вас. Желательно от вас, ведь победитель должен быть сослан на каторгу. Ох уж это женское коварство. Коварство? Где она? Нам известно, что Клара Сергеевна Жих наняла экипаж и отбыла в неизвестном направлении. Имея при себе саквояж полный денег, который вы у нее спрятали, и рубины, которые я ей отдал. Мадам, я представитель жандармского управления. А в чем, собственно, дело? Вы не могли бы нас оставить? Буду признателен. Я, знаете ли, вам письмо написала. Только вряд ли оно может быть представлено на суде как чистосердечное признание. Это ведь так, пустяки. Билетристика? Вы все равно будете арестованы по подозрению в соучастии. Васильчиков упомянул о вас в своих показаниях. Вы его сильно расстроили своим бегством. Так что на его благородство я бы не рассчитывал. Клим Пантелеевич, вы же будете представлять меня в суде? Увы, сударыня. Я защищаю только тех, чьей невиновности абсолютно уверен. Честь имею. Одного я до конца не знаю. Как Васильчиков узнал про Евсеева? Когда? Все очень просто. В ту ночь поручик находился недалеко от дома Жиха и увидел, как Евсеев убегает после неудачного нападения. Он проследил за ним и вернулся обратно к дому Жиха, отложив расправу на потом. Именно там я его и встретил. Нет, благодарю. Спасибо. Все хотел спросить вас. Почему Клара Сергеевна не сказала вам о предстоящей дуэли? Ведь мне показалось, что она, так сказать, особым образом доверяла вам. Интересно. Почему это вам так показалось? Профессиональная наблюдательность, знаете ли. А ситуация с Савеловым? Получается, что вы его как живца на рыбалке использовали? Жизнь человеческую под угрозу поставили? Подозреваю, что именно с ваших слов Васильчиков догадался, что бриллианты у Савелова. Хотите, признаюсь? Я ведь не сразу понял, что именно в красной аптеке Жих оставил бриллианты. Он заранее положил бриллианты в свой пузырь, залил их водой, и они стали невидимыми. Потом купил еще один пузырек с такой же микстурой и подменил его, оставив в красной аптеке свой пузырек с бриллиантами практически у всех на виду. Клара Сергеевна и Васильчиков тоже оказались догадливыми. К несчастью провизора. Да. Вы, Клим Пантелеевич, напрасно так снисходительно относитесь к полиции. Ведь мы одной тропинкой идем. Столько жизней можно было сберечь. Иногда, чтобы остановить противника, приходится подвергать опасности других людей. Догадываюсь, что в прошлом вам не раз приходилось делать трудный выбор.